До этого было два полицейских. Один с этой стороны, второй вот к нашему, к шестому дому. Они, и как бы вода не текла к нам. А сейчас мы тонем. Жители села Кневичи обратились в городскую администрацию с просьбой отремонтировать дорогу и тротуары по улице Авиационной. Трасса, да? Мимо дома ездят машины. У нас торговые точки там. И вот представляете, все время курсируют машины. Пыль, вся грязь, газы. Все получается как бы в нашем шестом доме. Здесь-то дорога чистенькая. Пишу заявление, чтобы хотя бы чистили после посыпки дорогу. Никто, понимаете, ничего. Жалобы жителей выслушал первый заместитель главы администрации Артемовского городского округа Алексей Руденко. Он по поручению Александра Авдеева прибыл на место и сам убедился, что тревога кневичанцев вполне понятна. Ремонт дорожного полотна здесь давно не производился, а сезонные осадки разрушили его окончательно. На некоторых участках машины, объезжая лужи, двигаются по тротуарам. Не переживать, все будет хорошо. Хотелось бы, чтобы было хорошо. Алексей Викторович сообщил собравшимся сельчанам, что главой города принято решение о выделении денежных средств на ремонт дороги. От 2 до авиационной 3 будет отремонтировано дорожное полотно, также будет отремонтирован тротуар. Также в этом году будет выполнена работа по ремонту данных улиц, вот, авиационной. Поэтому по итогам данных работ мы будем в комплексе иметь отремонтированный хороший микрорайон. Всего на ремонт двух участков на улице Авиационной из городского бюджета выделено 20 миллионов рублей. Но вряд ли этих денег хватит, чтобы решить все проблемы благоустройства в селе Кневичи. Но у нас еще люди не очень вот это вот сознательные. Чтобы что-то сделать, их никогда не допросишься. А бумажку, окурок, в подъездах курят, это тоже плохо. Говоришь, не слушают, мусор кидают просто около дома или прям в подъезде под почтовые ящики. Как ни старайся, если нет культуры поведения в обществе, то с новым асфальтом она не появится. Эту проблему никакими деньгами не решить. Только уговорами и призывами. Не оставляйте мусор в общественных местах. Да и не в общественных тоже не оставляйте. Александр Наточев, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости.